Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям подвел итоги деятельности областного правительства и обозначил задачи на 2022 год. Одно из приоритетных направлений – образование. Система образования Московской области всегда была на хорошем уровне. Но нельзя консервировать, нельзя останавливаться на месте. Поэтому мы максимально инвестируем, вливаем в систему образования. В этом году 1 сентября в школы Московской области пойдут 1 020 000 детей. Порядка 30 новых школ строят каждый год. В прошлом году в Одинцове началось возведение школы на 2200 мест в Гусарской Балладе. Работы идут по графику. Губернатор сообщил, что в этом году в регионе построят 20 новых школ и 23 детских сада. Важным направлением является развитие программы строительства палисадиков. Садики мы будем строить, безусловно. Но эта практика тоже показала себя востребованной и удобной. Мы с 1 января подняли заработную плату всем учителям, всем воспитателям, всем нянечкам. Соответственно, я уже говорил, это 5 500 рублей. Но я хочу предложить с 1 сентября сделать еще одно повышение, особенно тем школам, их у нас, слава богу, абсолютное большинство, ну или большинство точно, которые находятся в зеленой зоне. Современный и умный подход всегда необходим системе образования, отметил Андрей Воробьев. Губернатор поручил главам муниципалитетов выбрать на своих территориях школу флагмана, которая в дальнейшем сможет делиться лучшими практиками. Еще один важный вопрос – усовершенствование системы школьного питания. У всех здесь есть дети, школьники, когда питаются хорошо, особо тема-то и не возникает на кухне. Она возникает тогда, когда есть какие-то проблемки. И поэтому, Илья, вы правильно сделали, что спросили учеников, детей. И в 1 классе человек понимает, вкусно или невкусно, и в 11 понимает. И в чем здесь был как бы вот этот узелок, который мы развязали? Дело в том, что если дети что-то хотят, и это что-то является нормой, почему это не дать? Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».